Вот. Ага. Держу. Ну. Проси Господи, будьте. Добрая работа. Мы его сначала шкуркой, потом лаком сверху прошлись. Гарнитур. Хоть в гостиную вместо буфета ставь. А? Нравится? Ну, что ж ты наделал? Мне же гроб нужен, а не буфет. Я для тебя стараюсь. Хотел как лучше. А тебе все не нравится. Ну, хочешь, давай я наждак принесу, эту в раз сдерем. Или этим углем твоим вымажем. Ты мне скажи, что ты хочешь. Я все для тебя сделаю, отец Анатолий. Слушай, батюшка, отец его, прости ты меня, дурака старого, а? Ну и за сажу эту прости, ты... и за Каина, и за буфет этот. Господь с ним. Ладно, ладно. Прости, что старать. Не будем старое вспоминать. И ты меня прости. Несправедлив я к тебе. И ты меня прости, Христа ради. Прости, отец. Ну и Бог простит. Да. Слава тебе, Господи. А вот, смотри, давай, вот я угля возьму и вот, смотри. Смотри, как получается. Смотри, сначала в раз чистим эту всю. Смотри, как ты хочешь, смотри. Отец Анатолий, отец Анатолий. Все, помоги. Ну вот, хорошо. А теперь пойди. Скажи отцу Карету, что раб Божий Анатолий приставился. Да как же это? Отец Анатолий, а умирать-то не страшно? Умирать не страшно. Страшно будет перед Богом стоять. Грехи давят. А мне как же жить? Все грешники, живи, как живешь. Только греха большого не сделай. Ну ладно, поговорили и хватит. Иди, милый, иди. Иди с Богом. Господи, прими душу мою грешную.